Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие 5 минут все самые заметные новости о недобросовестной работе специалистов сферы ЖКХ края. Коротко о главных темах. Шаг влево, шаг вправо. Почему барнаульцы боятся ходить по одной из переправ? Вывести нельзя оставить, когда в одном из районов Барнаула будет чистота и порядок. Под крышей дома своего почему кровля многоэтажки в Бийске скорее напоминает решето? Отремонтировать мост просят жители небольшого района города. По нему в ежедневном режиме проходят десятки пешеходов и не меньше машин. О проблемной переправе инициативные барнаульцы рассказали в одной из групп в социальных сетях. По этому мосту разве что в последний путь жалуются местные жители. Глядя на вот такие разрушения, сомневаться в этом не приходится. Вам вот не страшновато по нему вообще ходить? Не знаю, я второй раз вот прохожу, как-то не обращал внимания. Но тем не менее, вот обратите на его состояние, как вам оно? Да, ну, наверное, привычно. Как бы во всем городе всяко бывает. Переправа соединяет два берега Барнаулки на улице Челюскинцев. В обход сотни метров в одну сторону, в другую и вовсе нет подобных конструкций. Получается, что это единственная ближайшая дорога для тысяч горожан. Рискуют жизнями пешеходы, для них есть отдельная дорожка. Не больше метра, шаг влево, шаг вправо грозит серьезными последствиями. Местами покрытие провалилось. Жители уверяют, без экспертиз видно, мост находится в аварийном состоянии. Вот только у чиновников наверняка будет один ответ. Денег на ремонт конструкции в бюджете нет, так что, похоже, надежная переправа для местных жителей так и останется мечтой. Вторая история. Вновь контейнер в частном секторе Барнаула, вновь переполнены под завязку. Сериал продолжается, на очереди новая серия. Речь идет о мусорном контейнере, который с определенной периодичностью наполняется под завязку. Вот и в этот раз мусора там хватило бы на несколько спецмашин. Мало того, что заполнен сам железный ящик, так еще и усеяна земля в радиусе нескольких метров. Все дело в том, что водители мусоровозов здесь нечастые гости, рассказали жители. Отсюда горы мусора, впрочем, нечистоплотности могут быть замечены и сами горожане. По-прежнему ждем финальной серии. Ремонт только на бумаге, именно так говорят жители Наукограда о ремонте крыши собственного дома. Там уже в нескольких квартирах верхних этажей обрушились потолки. Смотрим репортаж бийских коллег. По графику регионального оператора проведение капитального ремонта дома 27 по улице Советской запланировано на 2025-2026 годы. И когда произошло обрушение потолков, жители сами инициировали и за свой счет провели независимую техническую экспертизу дома. Заключение экспертов прозвучало как приговор. Кровля дома требует незамедлительного капитального ремонта. Администрация имеет право раз в год проводить актуализацию. То есть изменять этот список и вносить в Барнаул корректировку, так скажем, тех домов, которые в аварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта. То есть мы на комиссию обращались, все официально. Еще Нонко был при власти, то есть он нам по порядку все рассказал, как сделать. Вот. Но потом комиссия почему-то решила, что нет необходимости, и достоит у нас год, ну, до 25-го года крыша. Вот. Нам отказали. Накопленных на счете фонда капремонта средств оказалось недостаточно, всего около 70% от необходимого. Это, вероятнее всего, и послужило причиной отказа в просьбе о переносе очередности. Мириться с таким решением собственники не стали и обратились в Бийский городской суд. Разбирательство оказалось долгим. У нас три квартиры третьего этажа пострадали от того, что рухнули потолки. То есть в том числе у меня в квартире рухнул потолок. 13 июня 2018 года судебное решение вступило в силу. Суд постановил провести капитальный ремонт дома 27 по улице Советской. Установлены и сроки завершения работ. 1 ноября 2018 года. Сегодня 2 октября все того же 2018 года. По-прежнему ждут. О других не менее громких событиях из ЖКХ-сферы смотрите в следующий вторник. Ну а если вам стали известны факты бездействия коммунальщиков, расскажите нам об этом. Телефон нашей редакции в Барнауле прежний 722-301. Звоните.